Я считаю до трех, но ломаем дверь. Раз. Два. Три. Как хочешь, ломаем дверь. Возможно, было происшествие какое-то в квартире, и было принято решение быстренько снять видео, которое будет это происшествие каким-то образом оправдывать. То есть это видно, что время разной съемки, что гражданин с оружием стоит, да. Это личность его установлена, действительно, это он, по фотографии его опознали. Но не видно, что он стреляет, то видно стреляющее ружье, кто его держит, не видно.